В нескольких километрах от Нарьинмара в самом разгаре зеленая страда. Полным ходом идет заготовка сена и сенажа. Иван Канев в поле работает уже 10-й год. Говорит, здесь своя особенная атмосфера. Поэтому выполнение плана в радость. Ну, 2,5 примерно тысяч. За сенокос? Да. А как давно вы сюда заехали? Мы заехали 15 числа. Июля? Да. То есть около недели, чуть больше недели вы работаете, да? Да. И сколько вы уже сделали? Ну, примерно где-то 700, наверное, 700 таблеток. Заготовка сена – дело весьма кропотливое и состоит из нескольких этапов. Сначала траву косят, затем собирают в перевал, далее формируют в тюки. Так выглядит рулон только что заготовленного свежего сена. Как нам стало известно, на этом участке за сутки заготавливают порядка 200 таких таблеток. И вес одной – 550 килограммов. Кстати, чтобы прокормить одну корову, в год требуется 8 таких таблеток. Упаковывают сено и сенаж практически сразу после того, как сформированы рулоны. Того требует технология заготовки кормов. В летний день есть такая пословица – год кормит. Заготовить сено в июле месяце или заготовить в августе – это большая разница, потому что готовить нужно начинать, когда 30% травы уже начинает цветение. Это лучшие корма, поэтому молоко, поэтому качественное все. И сено, и молоко. Сегодня по тем срокам, которым мы работаем, у нас сено идет хорошего качества. План аграриев – 1700 тонн сена и 2400 тонн сенажа. Причем заготавливают корма, что говорится, с запасом. Больше сена готовим, потому что у нас население покупает ежегодно. В прошлом году продали мы в пределах 80 тонн сена населению. Поэтому работают вообще в хозяйстве 4 бригады. Городское отделение, Макаровское, Тельвисочное и Оксино. На покосе задействована современная и адаптированная для севера техника. Например, в прошлом году в Ненецкую агропромышленную компанию закупили 4 новых трактора. Та техника, которая здесь работает, и Анатолий Петрович, который представляет основное наше хозяйство, очень важна как флагман заготовки. Мы на это ориентируемся, рассказываем об этом муниципально-коммунальным предприятиям, для того, чтобы мы с этим справились. В целом нам надо заготовить чуть более 8 тысяч тонн кормов, и убрать 6 тысяч гектаров пахоты вот этой. Завершить работы по подготовке кормов планируют к середине августа, после чего рулоны сена и сенажа на баржах доставят на фермы агропромышленной компании. Алина Воучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».